Доброго времени суток, дамы и господа. Сезон стартанул, прошла целая неделя. Это значит, что можно наконец-то открывать Weekly Loot. Людей много у хранилища, люди хотят получить свою добычу. Ну и я, конечно же, тоже хочу что-то получить классное. Что было закрыто? Было закрыто 8 двадцаток, какие-то в таймер, какие-то нет. Какие-то там форматы Weekly No Leavers. И первый слот с рейдов, он будет эпохальный. Убито было 4 эпохальных босса на прошлом КД, поэтому есть шанс что-нибудь полутать интересное. Поехали. Лут на анхоле. Очень хочется токен. Очень хочется токен. Есть токен. Перчатки. Да я его беру просто, и тут даже думать реально нечего. Это очень хорошо. За эпохальный рейд выпал пояс. Пояс у меня слот крафтовый. А тут нагрудник, да, не теряет прочности, типа под катализатор бы в будущем, например. Ну, это ни к чему абсолютно. Кстати, нагрудник с подгнилья, да, мой любимый данж. И пояс оттуда же, ой, умом, ой, просто прекрасно. Вот, но в данной ситуации я, конечно же, беру перчатки, с этой перчатки это круто. Герой крейт также был на фул зачищен в прошлое КД, поэтому в сумке имеется... Драконий знак искусности, его можно выменить на какой-нибудь токен, который мне захочется, да, например, там, плечи, голова, нагрудник, ноги. И, то есть, это уже получается два куска, осталось найти два куска с рейда, с фулл героика и фулл нормала. Надеюсь, у нас-то получится. Что ж, это перчатки, однозначно. Однозначно, конечно же. Да уверен, конечно же, дайте мне мои перчаточки поскорее, естественно. Прекрасно. Ну вот все. 20-е подгнилье. О, еще опять в подгнилье, еще раз в подгнилье. Ну, на самом деле, почему бы и нет? Данж довольно-таки быстрый, данж довольно-таки легкий. На укрепленном, ну, вроде не должен доставлять проблем. Там боссы, да, людям доставляли проблемы это в основном. Что ж, начало нового КД, у нас есть новая искорка. Сделав на нее квесты, можно сделать еще одну крафтовую вещицу. Гир поднимается по этому левелу, это не может не радовать. 432. Но пока что нельзя просто так надеть перчатки. Нужно собрать 4 куска из нового сета. Я рад, я доволен, прекрасно. Замечательное первое открытие Weekly Loot'а в этом сезоне. Желаю вам, чтобы ваш Weekly Loot был замечательным. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!